feel blue and you don't know where to go to. Why don't you go where sunshine sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pass with the stripes and cut a week coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million cherry pie. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with the news is in the air? High hats and narrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. От души мы вам желаем ждать и верить в чудеса, чтобы только радостью сияли ваши прекрасные глаза. Ну а мы продолжаем нашу концертную программу. И на нашей мини-площадке выступают солисты ансамбля «Сеньоры» Скворцова Юлия и Гладких Эдуард с танцем «Аргентинская танго».
уже к нам пришел. Много радостных сюрпризов нам под елку он принес. Прям хоку практически. Я желаю в этот год только достигать высот. Жить лишь ярче, веселей, без невзгод и без хлопот. Ну что ж, я думаю, в новогодние вечера, вообще праздники, случаются всякие разные чудеса. Такое чудо и у нас есть. И мы встречаем на нашей площадке солистку танцевальной студии эстрадного танца «Адванс» Литвяк Софью с танцем «Кукла». Заснул наш герой богатырским сном, и снится ему, как он попал в 39-е царство, в 30-е государство. Да не такое-то царство, как все о нем говорят. Живут в этом царстве самые настоящие роботы. Thank you.
Всю работу и даже уроки. Однако, где-то я оказался. И странных роботов точно нет. Наход... Об этом говорили по математике, на географии. Находишься ты, Вовка, в стране чудес. Ой, кто это говорит? Это говорю я. Кто я? Ну как кто? Снегурочка! Да нет, ты, наверное, не настоящий. Я уже взрослый и давно не верю в Снегурочек и Деда Мороза. И очень даже зря. Хорошо, а как ты докажешь, что ты настоящий? Ведь Деда Мороза с тобой нет. Ха, и что? В начале сказки, если ты не знаешь, появляется Снегурочка, а потом только Дед Мороз. Хорошо, допустим. А как же быть чудесами? Чудес на свете не бывает. Как это не бывает? Все очень бывает. Стоит только захотеть, и все сбудется. Если я сейчас захочу, то наступит лето? Конечно, наступит. Стоит только захотеть. Подобное было, по-моему, в сказке «12 месяцев». Цветочки там какие-то, бабочки. Yeah.
наверное. Все всегда произойдет. Все всегда сбывается. Может... Нет, это не подойдет. Может тогда... Нет, это тоже не подойдет. Слушай, а не пошел бы ли ты слушать? Цирк! Нам сегодня клоун. О, хочу в цирк на клоуна посмотреть. Нет. Как это догадалось?
как думал, у нас страна чудес, исполнения, желаний. А как эта страна называется? А страна наша называется Лотос. О, круто, надо сюда почаще заглядывать. Снегурочка, я практически поверила в чудеса, но есть у меня один вопрос, который не дает мне покоя. Спрашивай. Ты хочешь сказать, что я ответы на все вопросы ты тоже знаешь? Конечно, знаю. Есть у меня такое предположение, что мама моя что-то скрывает в своем сундучке, в своей комнате. Что в ней? Есть у меня же, конечно, предположение, но давай спросим у Лотоса, что они думают об этом. Даже для того, чтобы завести своего робота. Так и есть. Все, решено. Буду хорошо учиться. И тогда я буду знать о каждом. Ты не самый первый. Thank you.
Как же насчет самого главного новогоднего чуда? Ах, ты про Деда Мороза! Так его нужно позвать! Даже малыши знают в детском саду об этом. Ребята, давайте позовем Деда Мороза, а родители нам в этом помогут. Здравствуйте, с Новым годом! Ох, как много собралось всех! Ох, поздравляю вас с прошедшим Новым годом! Желаю счастья, подарков, продолжения для жизни! Да, хорошо учиться! Хорошее пожелание! Много денег! Мальчик молодец! Не пропадет! Под аплодисменты провожаем наших артистов. Thank you.
студия, старшая группа студии эстрадного танца «Адванс» с танцем «Нон-стоп». Учениками. И мы встречаем здесь руководителя вокальной студии «Лотос Куст» Алексей Леонидович со своими воспитанницами, которые дарят нам песню «Новогодние игрушки». А я не буду, где-то, 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 где-то,
счастливыми. Стремится лишь к своей мечте держать за хвост удачу. И чтобы петух тебе принес, хранил от беды неудачи. Мы хотим, чтобы у вас всегда было мирное небо, не было на нем никаких туч. И мы встречаем наших сеньорит с танцем «Улетай, туча». Занимаются в наших коллективах. Нам это очень приятно.